Of course, I'm happy because West Ham, big club with good fans. Ну, я не буду говорить, что я буду обыгрывать всех соперников один и что я второй Месси. Я могу обещать только одно, что я буду отдаваться на футбольном поле полностью, отдавать все свои силы и делать все для того, чтобы команда побеждала. Год для меня лично оказался очень тяжелый, и первые 6 месяцев я выглядел довольно-таки неплохо, но потом была травма, и как бы последние полгода себе в активе я записать не могу. Премьер-лига одна из лучших лиг, не одна из лучших, а лучшая лига в мире, и играть там тяжело. Поэтому мне будет очень интересно проверить свои способности на фоне самых сильных игроков мира. Нет, конечно, для любого футболиста, наверное, лучше играть, да, большие матчи, потому что смотрит много зрителей и есть шанс показаться. Поэтому, в принципе, я и перехожу в английскую премьер-лигу и буду стараться радовать наших болельщиков. Да, я говорил с ним, и мы поговорили вкратце, как он видит, как он хочет меня использовать на футбольном поле. Поэтому очень хороший, добрый человек показался мне. И, конечно, он тренировал такие великие клубы, поэтому будет интересно с ним поработать. Да, я знаю, что пришло много футболистов, и я пятый игрок, поэтому я знаю, что здесь строится интересный проект, команда хочет достигать высоких целей, и поэтому я и принял этот вызов. Мне будет интересно участвовать в этом. Да, я в «Динамо» провел 10 лет, и это было хорошее время. В принципе, в первую очередь я старался только своей работой доказывать тренерскому штабу, что я лучше других, и только через свою работу я стал тем, кем я есть сейчас.